39 11-классников из 8 школ Лисичанска, которые стали участниками проекта «Университетские смены» Казанского федерального университета, завершили свое 10-дневное обучение в историческом городе нашей республики. Школьники познакомились с тем, как все устроено в Татарстане, и прониклись богатым культурным наследием республики, а также изучили работу Елабужского института. Огромное спасибо этой смене, этим 10 дням. Они очень запоминающиеся, они запомнятся мне, но очень надолго. Вроде бы 10 дней, что можно было за это успеть, а мы буквально обколесили всю Елабугу, посмотрели много чего интересного, ну просто восхитительного, того, чего нельзя увидеть в обычном мире. Ребятам показали места исторического наследия Елабуги и подробно рассказали о прошлом быте купцов, которые проживали в Елабужском уезде, об археологических изысканиях и насыщенной истории университета. Помимо этого, сотрудники института смогли организовать для ребят активный досуг, игры в волейбол и различные мастер-классы, где каждый нашел для себя любимое занятие. Смена мне очень понравилась. Я думаю, что, скорее всего, буду поступать сюда на учебу. Вот. Здесь замечательное место, замечательные вожатые, замечательные учителя. Я им очень благодарен за эту смену, за то, что они для нас сделали. Спасибо вам большое. В Центре дополнительного образования Дом научной коллаборации имени Валиева участники смены под руководством преподавателей и студентов Елабужского института КФУ занимались робототехникой, 3D-моделированием и изготовили брелоки с лазерной гравировкой. Не забыли и про экскурсию в колледж Алабуга Политех. В рамках блока «Старт в профессию» школьников познакомили с процессом обучения будущих специалистов и рассказали про экономическую зону Алабуга. Елизавета Газизянова, Валерия Карташова, Кристина Отекина, Айдар Нурмиев, Универ Новости.